Если в 2021 году необходимо построить более 4 миллионов квадратных метров жилья, то, соответственно, по индивидуальному жилищному строительству это не менее 40% в год, то уже в 2025 году у нас с нарастающим итогом получается, с нарастающим 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Ну и, соответственно, не менее 40% индивидуального жилищного строительства. Ну и как раз-таки получается, развиваем регионы в этом плане. При комплексной застройке застройщиком является государственная организация УКСА, государственный застройщик. Это позволит не растягивать строительство нашим гражданам до 5, 7, 8 лет, а построить и завершить все свои строительные работы в течение одного года.